Добрейшего возвращения, мои дорогие друзья, с вами снова я, Квик, и сегодня мы с вами возвращаемся в игре «Выживший. Побег из зоны». Удивительно даже, я вообще не хотел возвращаться к этой модификации, но немного, конечно же, повозмущавшись, я все-таки решил вернуться к тебе, урод вонючий. Точнее, ты-то тут не виноват, виноват, блин, бандикам вонючий, который постоянно скипывает мне, блин, всю игру, потому что он так захотел. Ну ладно, черт с ним. Придется перепройти еще раз. Я там начал даже сюжетку проходить, но, конечно же, вы этого не узнаете, потому что ну, бандикам когда-то 100 лет назад, еще нафиг, еще зимой, когда-то взял и скипнул мне все так. О, господи, придется восстанавливать свое былое величие. На кладбище пошли. На кладбище ветер свищет. По-моему, я всегда именно на этом месте появляюсь. Так, все. Ну да, привет, привет, как всегда. Здорово. Давно не виделись. Вообще давно, вот. Дверь без шуток, прям вот давно мы того не виделись. Хотя насчет тебя не уверен, но я-то с тобой давно. Я вижу кого. Ага. Здорово, Зеус. Ты чё? Я на него армейскую. Я на него научную аптечку просрал, кстати. Я на этого просрал две аптечки. Две. Совершенно за... Зато нашел Ниву. Вот Нива, это, конечно, да. Нива, это красиво. Это, по-моему, тоже мое любимое место, на которое я постоянно езжу с кладбища. Я... О, легендарный бампер. Он тут до сих пор лежит. Он меня не забыл, я думаю. Так, кто-то меня видит. Ах, вон кто меня видит. Получай. Козла морда. Опа. Свет. Светоч, надо включить светоч. Так, ладно. Кто там еще рядом не приблизился? Не, слава богу. Набираем просто побольше всяких аптечек, потому что оружие-то у меня, в принципе, уже... Что он делает? Оружие-то у меня уже нормальное, я хотел сказать. О, господи, ты что делаешь? Так, ладно, у нас что там по заданию? Взаимовыручка, найди компас. Нам надо вот эти тайники обыскать, которые фиолетовые, кстати. Не. Получай. Давим дебилов. Надеюсь, сейчас этот пулеметчик терминаторский здесь не появится. Ой, ты еще со своей посылкой, козел воздушный волк. Ненавижу тебя всей своей душой. А. Ладно, ты где? Где он? Офигеть, полетел. Конечно же, да. Вообще в противоположную сторону от меня. О, ну да, не, ну с Нивой я, конечно же, без проблем успею. Нива это красиво. Я просто играю в шутан. А это нифига не шутан, это сюжет вообще. Который я благополучно начал проходить. Я же говорю, благодаря бандикаму все красиво получилось. Вообще лучше, чем могло бы быть. Он просто все это вот неправильно записал. Испортил файл и довольный пошел. Ага. Ага. Заходи, сбоку заходи! Я тебя, тварь, ненавижу. Не, ну ты молодец, конечно. Как его сбить-то? Чё ты все дрифтуешь, Нива? Я тебя перехвалил. Он меня не видит, что ли? О, все. Спасибо. В принципе, я могу сказать? Мне сказать больше нечего. Мне сказать больше не... Чё так стемнело? Ну ладно. Мне сказать больше нечего. Все красиво. И Нива. И вообще. И экзоскелет, и теперь у меня вообще все есть. Печка. Даже печка есть. Серьезно. Стоит тут у дерева. Ну там вот это вот место, туда надо спускаться, там оттуда как раз терминатор выходит. Я теперь знаю точку, откуда выходит терминатор. Я теперь. Не буду туда ехать и идти. Надеюсь. Вот, все. Да твою.
Вот оно! Оно уже здесь. Блин! Это дурак, что ли? Развернись. Повернись, отвернись. И вернись. Да куда мне ехать? Там этот терминатор вонючий стоит. Так, ладно, подожди. Ой, ну еще один тут красавчик бегает. А, с этим экзоскелетом же бегать можно, точняк. О, туалет. Ой, ты... О! Спокойно. Спокойно, я что-то нашел. Я что-то нашел. Спокойно, валим отсюда быстрее. Быстрее валим отсюда. Быстрее валим. Быстрее валим. Быстрее вали. Быстрее вали отсюда. Быстрее вали отсюда. Быстрее. Быстрее вали. Молодец. Молодец просто. Я не могу ничего сказать. Чего? Догнать вора. О! Ворюга, ты посмотри, где он бежит. Чё там? Да чё ты я так болтаю? Это грёбаная, это не валяшка. Ёшкина ты бабайкинская. Я бабайка. Я не могу ничего сказать по этому поводу. А мне надо быть за пределами этого круга или нет? Я уже забыл. На всякий случай. Конечно же, лучше перестраховаться. Так, аптечек у меня 7 штук. Это тоже не может не порадовать. Так, спокойно. Он бежит, смотри, смотри, бежит, смотри! Смотри, какой бежит, смотри, смотри. Опа, здорово. Машина быстрее, чем человек бежит, кстати. Машина ездит быстрее, чем бегает человек. Это если что, вам на заметку, чтобы... Если вы попытаетесь убежать от машины по прямой, то вы нифига не убежите от машины. Машина... Машина ездит быстрее, чем человек бежит. Особенно Нива. Особенно Нива, поэтому никогда не пытайтесь убежать на машине, особенно по прямой дороге. Через забор еще можете попрыгать, машина через забор лазать тоже не умеет. А вот насчет пули я не знаю, Нива быстрее пули или нет. Я без понятия. Ну хотя не надо быть быстрее пули, если твой оппонент Мазила. Это уже само собой все решает. А еще не надо быть Нивой, если у тебя... Фиговый водитель. Обратно поехали. Седьмая фаза как раз, слышишь? Ну, на одну минуту длится. Ну ладно, давайте уже покатаемся, чем мне вообще без проблем. Я все-таки... Все-таки да. Предпочту... отсидеться. Так. Кто здесь? Ой, там смотри, там кто-то особо крутой стоит. О, шара. Никого нет. Никого нету. Никого нету, это хорошо. Когда никого нету, то это очень хорошо, когда никого кроме вертолета нет. Да твою дивизию, кстати. Ох, видишь? Она бежит. Эй. Ты ее не докинешь. Я его прищучил. Но я не говорил, почему не докинешь. Ох! Ты ж... Смотри-ка, кто здесь. Это Бюрери. О, полетели, полетели, полетели. О, каруселька-то какая. Черт. Спасибо, братан. Рембаза, это просто. Это все. Это победа. Это... Опа. Это категорическая победа. Это просто это на изи. Это просто я заставил Бюрера меня кинуть прям вот. Чтобы закружилась голова у волчара, и он сказал, давай на рембазу полетим. Машинка что-то дрифтить стала. Прям вот себя почувствовал машиной для дрифтов. Хотя это совершенно не нужно. Машинка, машинка, я ценю твой талант, но это не твое. Не стоит даже... Блин, лучше сказать, что это ее все. Ты молодец, но лучше у тебя получается ездить, поэтому протренируй. Лучше талант ездока. Здорово, дебилоид. Как у тебя дела?
Вы чё мою машину насилуете? Это моя машина, не ваша. Бензопак вообще даже... Они ее в трубу насилуют! Автофилы вонючие. Что-то я хочу сказать, но забыл чё. Бюреров нет? Бюреров нет. Или есть? Кто стреляет? Кто посмел? О, мама. Ах ты! Я тебе сейчас покажу, где раки зимы. Ты не только раки. Где сталкеры разные тоже смогут вам показать. Ха! Молодец. Зулус, снайперюс. За помощь легендарному сталкеру вы получили артефакт. Я счастлива за то, что я получила легендарный артефакт, который называется как? Талисман Зулуша. Повышенный урон мутантам. Вот это скукота вообще неинтересная. Мне это даже не пригодится вообще. Так. ПДА Жигана. Чиган Лимон! Среди многочисленных записей о собутыльниках и долгах имеется информация о личном схроне, но она под паролем. Груз. Вора. Тому, кто здесь хабар свой ныкал, чувак, кем бы ты ни был, не серчай, помни, деньги от продажи того, что здесь лежало, пойдут на пользу бедным. Удачки. Подпись Жиган. А, типа, он бедный, поэтому ему... Ясно, короче. Что у нас за задание? Взаимовыручка, разузнать о способе взлома. У кого? Понятно. Привет, Вашара. Эй, волчара, мне нужен компьютер. Это еще зачем? Хочу фото с дома посмотреть, вспомнить о приятном. Каждый раз выхожу отсюда, как последний. Блин, ну ты штрих. У меня здесь не дом отдыха, а чисто перевалочная база. Отдохнуть там, пожрать, поспать. Он имел в виду именно поспать, вы не думайте. Он, это точка, это просто ошибка какая-то. Он имел в виду не поссать, а поспать. А, прибухнуть после боя. Может тебе сюда еще и тёлку притаранить? Лучше бы к бою подготовиться как следует. Короче, я когда места эти осматривал, чуть восточнее в одном доме видел чьи-то пожитки. Вроде комп там был. Что там за деревенский хакер обитал, я не знаю. Но если уж так хочется, то как будешь, на очередной вылазке глянешь, окей. Окей. Ууу, третий круг, когда первый день, это не может не радовать. Эй, чё там такое, братаны? Эй, волчара, хочу пройти. Дом отшельника. Или деревня врачей. Дом отшельника, давай попробуем. Дом отшельника, да. Все, дом отшельника. Идем к компьютеру. Нет, сначала идем обыскивать. Мало ли кто припрется сюда. Так, я канистру какую-то забрал. Я забрал канистру, которая мне не нужна. Надо ее выкинуть. Ладно, не выкину, пока подожди. Это ж кардан. Да, это кардан. Кардан, ты что тут забыл? Я, по-моему, с тобой уже разговаривал. Так, ладненько. Где компьютер? А, компьютер обесточен. Нужно зарядить генератор. Матерь божья, ты что, дурак? Что это такое? Отойди! Отойди! Да чё, хватит его нюхать! Уйди, пожалуйста. Вон отсюда. Генератор во дворе. А где этот генератор? О. Это не похоже на генератор, это похоже. Блин! Молодец, что застрелился, чувак. Я очень рад, что это произошло именно так. Где генератор? Это не похоже, это похоже на этот, на топор. Это еще похоже. Завести генератор, необходимо топливо. У меня же нет. Пустая канистра. Ладно. Как-то он завелся, наверное, у меня откуда-то топливо взялось. Подключить ПДА с помощью кабеля. Процесс подбора пароля, не отключайте девайс от компьютера. Ты что, дурак? У меня патронов нет. Ой. Процесс подбора пароля. Ты что, скипнулся? Блин,
дальше. Иди давай, защищай меня там. Да хватит скипов. Ты меня скипнешь сейчас! Это... Что за бред? Ты меня защищаешь или как? Да что за бредни? Вали его. Да блин, ну в смысле не отключайте девайс, что делать? Давай буду тыкать. Успешно выпал. Во! Надо было тыкать, что ли? Взаимовыручка, найти курьера. Я тебе посылочку отброшу. О, как раз посылочку сбросил. Тыкать, получается, надо было, да? Типа, иначе он скипывался. Типа, это самое. Процесс подбора пароля, не отключайте, не отключайте. Надо было тыкать. Я понял, хорошо. Надеюсь, в этот раз я выиграю и... Не придется еще раз это делать. Ну, я на всякий случай запомнил, конечно, но не хотелось бы еще раз это протестировать, как бы. А то мало ли. Кто-то меня видит, это мне не нравится. А ничего, полезная штука. Ой. Ой. Вот это все. Это полезная штука. Я согласен с тобой полностью, абсолютно. Полностью, абсолютно я с тобой согласен, братан. Я говорю то, что туннель это имба, но оттуда потом выбираться как-нибудь надо. А вот это нехорошо. Выбираться с туннеля это не круто. Это вообще не круто. Одно дело, когда там появится точка этого, как бы, эвакуации, вот это одно дело. А если эта точка появится где-нибудь в другом месте, то ты как оттуда выберешься, еще терминатор придет, еще какая-нибудь химера припрыгает, и все, тебе жесть. Без смерти тебе муть, тебе крутить. Точнее, не крутят, а фигня вонючая. Ой, смотри, тут плотина спит. И не одна, к сожалению. Запрыгни ты на этот грёбаный шкаф. Вот, жри его. Молодец! Вот за нас. Блин, в упор попасть не могу. Они дергаются, потому что. Не дергайся. Молодец. Привет, братан! Как дела? Ой. Ты чё, бухой? Ты в кого? Не, я, конечно, все понимаю, но я не понимаю, что тебе сделал бедный Хоу. Он просто стоит. Никому не мешает. Никому не мешает. Что он тебе сделал, похуй? Есть! Зацепил, гада! Не зацепил, а убил. Ну и урод. Не материтесь, я тут вообще-то ролик записываю. Где? Что это было? Влепил, скотине! Что это? Смотри, тут братская могила, офигеть. Кардан, тебе нравится? Кардан. Это было четко, че. Дыш, дыш. Противостояние века, нафиг. О. Не, я, конечно, все понимаю, но это я не понимаю. Это что вообще было такое?
Ты мне объясни, что это было? Вот это сейчас читерство было, это сейчас было нечестно. Я сейчас честно победил, я сейчас честно находился у вертолета, не в машине, я специально вылез, начал бегать возле вертолета. Он взял, сказал прости, прощай, парниша, он даже не полетел вверх. Он просто сказал прости, прощай, кинул в меня гранату, этот вертолет вонючий, я улетел. Все. Это сейчас было вообще нечестно, это все осуждаю. Эта игра не хочет, чтобы я в нее играл, судя по всему. Ну и ладно, на этом, значит, мы эту серию закончим, раз эта игра не хочет. И ко мне никаких претензий, вот к этой вот, игре. Эта игра заставляет меня нервничать. Да. Ну и удовольствие тоже, конечно, приносит, но это другой вопрос. В общем, всем спасибо за просмотр этого видеоролика, друзья. Желаю всем счастья, здоровья, любви, всего самого наилучшего. Никогда не болейте, всем удачи, всем пока и до следующего видео.